будь свободный в имени Иисуса. Знам. Гробнака ли позвоночник, проблем с позвоночником. Боже, можете тогда побить, тогда благодарить. Красными горбами. Красными. От дому красными болит. От 5 годин. От 5 годин это болит красными. А 5 лет у меня проблемы с позвоночником. Это опасно. В имя Туме Иисуса. В имя Иисуса. Какво? Нещо изсълтено. Что-то выходит от меня, я чувствую. Да, това е духът на болестта. Это дух болезни выходит. Вон от него в имя Туме. Вон от тебя в имя Иисуса. Турба шита. Ты сам сам. Ты сам сам. Аллилуйя. Искам да разбери, кой е Господ. Господ е Иисус Христос. Ей, това искам да чуя. От човек, който говори турски език, да чуем, че Исус Христос е Господ. Как си, брат ми? Да, не чувствам болка. Я не чувствую болезнь. При Исуса Христа, Исус сега те изцели. Вот он принял Исуса Христа, я бы исцелил тебе сразу. Дига краката. Аз нормално се вървя, по принцип. Да, сравни. Да, нямам болка, нямам. Нямам болка. А имаш ли болки? Нету болезни. Хора, преди малко тук не можах 2 минути да стоя на крак. Люди, я не мог 2 минути абсолютно на как стоя. Все вышло от меня, верьте мне, все вышло. Честно ви казвам, повярвай. Прямо говорю вас, честно говорю, все вышло от меня. Я и 2 минуты не мог стоя на как стоя. Като Спайдермен ще скача нагоре и ще бърга. И чувствую сега сейчас как Спайдермена. Много поднеса. Честито, брат. О, своята вяра. Спасибо, Господи. Вяра твоя изцелила. Слава на Бога. Слава нашему Богу. А там ще иди, будь здоров. Бог казва, иди, бъди здрав. Иди, будь здоров. Иди, бъди здрав. Отдади Богу славу. А дайте на Бога слава. Аллилуйя. Еми, вчера много ужасно ми болеше кръса, преди не можах да седна. Вчера он бил на наше богослужение, но не мог двигат се въобще. Точка 2 метра в лицо. И изведнъж чувствах, че нещо, някаква енергия. И он почувствал огромно енергия. Вчера в едно писание, нещо ми излезе, че чувствам се много добре. О, скакал. Слава на Бога. Он изцелил полностью. Както вчера казах, чувствам се, че спадам. Наистина така се чувствам. Чувствам се като преди на 5 години. Слава на Бога, честито.